Вот кто воду тратит понапрасну. Включил, и она идет. Время уже 3 часа. Только пришли. А мы все ожидали с утра. А не было. А здесь продолжается ремонт. Фу, пахнет, как трубы варят. Лежит так сваркой. Бе-е. Невкусно. А до этого я выходила. Пахло очень вкусно. Как это называется? Мелом, что ли? В общем, побелкой. Все. Юля погладила. Повесили. Лариса повесила. Ну, нельзя сказать, что это прямо ас. Те гардины, которые у нас до этого, вот там с цветами, намного лучше. Голова разболелась. А это такие, так вот. Хотя стоили такие деньги. Ну да, то есть они стоили без акции 61 штука 60 с чем-то евро. Можете себе представить, какие дорогие? Дорогущие, я считаю, что просто дорогущие. Угу. И вот эти вышивки, ну такое, я не знаю, как его, ресторановый. Да? Ну да, еще так, непроглядная улица. Да, то есть такое, ну что. А потом была на них акция, 75%, по-моему. Ну, что-то большая акция такая прямо, угу. Крутая. Вот. Были такие вот белые и были еще... Ну, на бежевые не было акции. Они не бежевые были, они как были чуть-чуть как с розовинкой такой. Коричневато-розовые какие-то, да? Даже не ну, знаю. Ну, в общем, такой. Ну, на них акции не было, иначе бы я их купила. Да, у них не было акции, только на белое было. Ну, мы такие подумали, они так еще на картинке так красиво. Ну, сейчас повесили, ну, что, для разнообразия... Почему так много гардин? Потому что гардин должно быть много. Его поменяешь сразу, как будто бы у тебя интерьер поменялся. Красиво, хорошо, чистенько, уютно. Как раз праздник, Пасха, белые хорошие. Эти. Это но они не чисто белые, они тоже какой-то... Да, они какой-то... тоже какой-то скримоватый. И там в одном я нашла брак. До этого не... вот эта где вышивка, так вот оно как вытянутое такое. Ну, что уже, что ничего не сделаешь. Вот. Это тут сколько? 2, 4, 6 штор. Вот, 6 штор. Устали, пока сделали, что-то голова так разболелась. И время 3 часа, мы еще ничего не ели. Да, еще сейчас ничего не ели. А значит, по привычке уже встали рано. Ну, думаем же, с человеком... Я бы еще спала. Лариса, да, Лариса. Тем более, если есть выходной, что бы не спать. Нет, она меня разбудила. Не, ну можно было, конечно, и поспать, никто не это там, мне сегодня не надо было ни рано вставать, ничего. Но я сестре говорила, сестра, вставай. Говорю, пошли. А я никогда в жизни не бужу. То есть, ну, если мне никуда не надо идти, зачем я буду? Я могу спросить, ты хочешь чай, там еще что-то? Смысл мне будить вообще человека? Я видео снимала, тебе говорю, пойдем видео снимать. Глядя на состояние здоровья, тебе говорила. А, ты сама видео снимала, не я же его снимала. Все равно. Ты не Юля, а артистка. Я еще говорю, я не могу уже вешать штор, я не хочу, я хочу есть, я хочу кушать, она мне говорит. Мы сядем, пожрем, потом будем этот... У тебя на уме только жратва. Я говорю, ну правильно, а что нет? Уже если доделать, так надо, что это, шторы повесили, сейчас эту жратву принесем, сейчас что-то мацнется, что-то этот... Куда мы их повесили? Мы их нашли? Ну, они будут висеть на... Куда они висят? Они висят на стульях. А, на стульях повесили. А мы садимся за стол, будем кушать. Стол был тут подвинутый. Все это, что это вообще за бардак? Там чуть-чуть вытерли, чуть-чуть помыли, все это стол. Лампочки вот эти вот, лампочки всякие. Так я хожу по кусочку пирожок себе отрываю. Я хожу по кусочку пирожок отрываю, ем сыр, съела один. А она вообще ничего не ела, потом говорит, у меня голова кружится. Да, что-то голова начинала болеть. Все, сейчас уже будем кушать. Сейчас покушаем, сейчас сделаем вкуснятину, все, тряпку сейчас пойду помою, все, уже можно кушать. Ну, я за них ожидала, и можно было эту вышивку поболее сделать, да? Ну, да. Пониже ее, так. Побогаче, так, чтобы было. Да, как-то такое, ну, что поделать. Вот как раз до вот этих ремешков. Они вот, видите, как сжатые такие, вот как вот это... Угу. Как такое вот они, не чисто вот, ну, в общем, если видно, но я не знаю. Нет, так не видно. Камеры. А, не видно? Не видно. Они, вот, видите, как
Жадка такая, то есть. Чуть-чуть такие. И, такие, и так. Вот эти вот вышивка, видите, такая. Так, ладно, нам некогда с волчонком. Да, волчоночек? Сынок. Все уже кушать хотят. Мальчик мой золотой. Не успели мы с Юлей сесть кушать, как нам говорят, здрасте, дайте нам ваш подвал. Завтра, говорит, будем, надо им про этот, проделать там дырки в подвале, в келье. В соседнем и нашем. Мы же завтра... Мы же не можем каждый день сидеть. Я говорю, несите бумагу, что у вас вы должны это делать, чтобы в этот термин я ее предъявлю на работе. Он говорит, ну это я не знаю, это надо шефам говорить, это тяжело. Я говорю, ну тогда невозможно это сделать. В общем, договорились. Он говорит, оставьте дверь открытую. Я говорю, нет, у меня тут материальные ценности. У нас тут много чего. Пожалуйста, продукты. Пожалуйста, продукты. Я не пойму, а что ты пришла за мной? Пошли уже, поедим. Блин, там же этот жарится. Я отставила. А, блин. А я только сейчас вспомнила, что там жарится. Пошли. Пошли. Молодцы, насолили, убирают. Так, это что, кухня? Получается, практически такая, как у нас. Это ванна. А это что? Кухня. Это комната. И две комнаты, да? Две комнаты. А вообще шикарно здесь. Это что? Это получается... Ну, кухня. Ну, кухня. А это что получается? Ванна и еще одна комната. Как три комнаты получается? Я не знаю, прям вообще суперски. Я никогда не была, даже не ходила. Только в комнату заходила и все. Нормально, да? У меня ключей нет. А, ключей. В таких квартирах мы еще не были. В однокомнатной. Ну, я имею в виду, что как были, но не знали. Что-то мы думали, что... Там всего двухкомнатная. Вот про вот эту комнату не, даже не знали. Да, и это для одного человека возможно. Угу. Вот мы были у соседки, и ну просто в одну комнату в первую заходили и все. Ну, ну как? Да, а сейчас вот это... И в кухне я была. Ну а что это? Может это гардеробная вообще как-то? Не знаю даже, что они там вообще. Даже не туалет, знаю. Туалет, видите? Угу. Кухня. Две комнаты и еще получается комната какая-то. И у них это стекло в этой комнате матовое. Да. Ну, делали бы они сейчас не ванную, а сделали бы душ. Сделали что? Душ. А. Было бы нормально. Да? Не знаю, они же любят, наверное, ванну. А мне парень говорит, можете показать келлерную вашу? И Юля помчалась, без ключей. Я же видела, что взяла ключ. Ну, мало ли. Чего не достала со своей сумочки с ключами? Ну, я же видела, что взяла ключ. Я ему говорю, если вы собираетесь тут сверлить, чтобы это все было чистота и порядок. Правильно? Ну, я считаю, что вот эти квартиры для одного человека, это просто шикарно. Угу. Это шикарнейшие, я считаю. Шу. Комнаты, конечно, меньше, чем... Ну, как-то... Ну, как у тебя комната или... А, ну, не, ну, вот зала вот такая, знаешь, ну, как это, например. Но они как-то уже. Mm-hmm. Ну, вот, знаешь, как вот до дивана вот так они какие-то mm-hmm. вот такие. О, ну, у нее так было просторненько, нормально. В спальне я не знаю, что там у нее было. Ну, да, mm-hmm. стол у них там стоял как-то. Mm-hmm. Не было наставлено у нее. А там, я думала, что-то я даже и не ожидала. Я думала, что дальше это находится ванна. Вот, я думала, что она соединена, ванна. Ну, вот это вот два окна в ванне. А это, видишь, еще одна комната, прям там реально комната может быть. Ну, я считаю, что для одного нормально, да? И дом сухой, и для двух нормально. Угу.
И дом сухой. У нас там... Но у нее было для одного. Да, для одного. Вот кто живет по этому стояку, все одиночки живут. Угу. Так, ладно, все, будем есть. Так что так вот, такие вот делают ремонт, теперь будет, наверное, какой-то, ну, люди будут теперь жить. Ну, да. Не знаю, что будут они стелить на пол. Ну, наверное, явно дело, что не ковролин. Но у нее ковролин был, прикинь. Ну да. И пахло. Ну, наверное, такой уже старый, такой старее. Потому что они его когда сдирали, он какой-то вообще старинный. Так, все. Она же там в подвале всего всякого разное. Подкрепиться надо. Продукты. Самое главное. И молодые пацаны, да? И работают? Чемоданы. И чемоданы, да. Такие молодые. Угу. Так, ладно, давайте. Пойдем. Видишь, работают с 7 до 15:30. Давай, 7, 8, 9, 10, 11, 12, час, 2, 3, 8,5 часов. Наверное, 50, полчаса перерыв. Ну, 8, пол, я только хотела сказать, полчаса перерыв. Нормально, да? Угу. Ну, они как пчелки, прям, видишь, так. Целый день что делают, делают. Молодцы. Молодцы.